Трудные места описания с библейским порталом «Экзегет». Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 стих. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Слава все понятно, смысл как-то мало понятен. Значит, у кого плохое зрение, кстати те люди темные в смысле дурные, да? Вот человек с хорошим зрением, он такой чистый, праведный, да? Я не соглашусь. И вообще, что значит светильник для тела есть только? Вообще, у нас прожектор во лбу не горит, да? И наши глаза не освещают ничего перед нами. В древности, кстати, думали иначе. Люди пытались понять, как устроено зрение человека. Да? Ну, мы сегодня это представляем гораздо лучше. А в древности была такая теория, немножко наивная, что э, глаз человека испускает некие невидимые лучи, которые возвращаются, отражаются от окружающего мира, и таким образом человек видит. Да? А почему мы вообще способны видеть? Вот, и э, можно понять это как указание ровно на эту теорию. Но тогда теряется абсолютно вся нравственное отсюда, все нравственные отсюда последствия и выводы. То есть, если у тебя хорошие глаза, то все тело твое будет светло, да? Но опять-таки получается, что от остроты зрения зависит нравственная какая-то вот составляющая в человеке. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Может быть, здесь использован все-таки некоторый образ то есть отталкиваясь от этой немножко наивной физиологической картины мира, что человек познает окружающее с помощью какого-то луча, который он из себя испускает, то от качества этого луча зависит его восприятие окружающего мира. Вот если я такой мощный источник света, то я собой все освещаю, и свет мне кажется, мир вокруг меня кажется светлым. А если я затемненный источник, если я света не испускаю, то и мир вокруг меня темен. И тогда свет, который во мне, оказывается тьмой. Да? С точки зрения физиологии, конечно, это абсолютно не так. Но, смотрите, вот э, о чем там выше идет речь, в связи с чем вообще эта вот, метафора окулистов каких-то, да? Не собирайте себе сокровищ на земле, собирайте себе сокровища на небе, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А где сокровище ваше, там и ваш взгляд. Что значит ваше сердце? Вы об этом думаете, вы на это смотрите. И дальше, а какими глазами вы смотрите на этот мир? Понятно, что с точки зрения физиологии светильник вовсе не глаз, а источники света бывают другими. Да? Но а с точки зрения какой-то нравственной, с точки зрения, ну, духовной. Что человек знает об окружающем мире? Физически, да, у нас есть солнце, разные другие источники света, которые позволяют нам, нашей сетчатке, принять световые лучи. А с точки зрения духовной, откуда мы вообще знаем о том, что происходит вокруг? Испуская свет. А человек либо становится источником света в этом мире, в начале Нагорной проповеди об этом есть, да, вы свет миру, светильник не может стоять под кроватью, он должен быть на подсвечнике, чтобы все видели, не может укрыться город, стоящий наверху горы, вы свет миру, вы должны светить миру, но если вы даже себе не можете светить, а если вы не испускаете свет в этот мир, то вы в этом мире не находите никаких ориентиров, вы блуждаете, вы в потемках, и тогда тьма, в которой вы оказываетесь, даже по сравнению с вашей внутренней тьмой, она еще хуже. То есть вот ровно об этом. Вскоре после молитвы Господней, которую мы сегодня часто называем «Отче наш», говорится о том, что нужно прощать людям, Говорится о том, что не нужно поститься на показ и о том, что нужно собирать сокровища не на земле, а на небе. Э, связанные вещи. Ну, про прощение понятно, оставив нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Про э, пост на показ э, в связи с тем, что человек общается с отцом, а вовсе не э, с толпой вокруг него, которая смотрит, как он общается с отцом. Да? И про земные небесные богатства – это, собственно говоря, про э, то, что вот открывает молитву Господню, светится имя твое, придет царствие, твоя воля твоя. Вот они, сокровища, которые человек хочет собрать в своей жизни, к которому он хочет так или иначе приобщиться. И вот дальше, собственно говоря, он становится либо этим самым светильником для самого себя, но тем самым, наверное, и для окружающих. Либо он им не становится, и тогда он блуждает в этой тьме. И, может быть, та самая физиологическая, не совсем верная метафора зрения, как вот такого света, обращенного наружу, здесь становится образом для описание отношения человека к окружающему миру, к другим людям, к самому себе в конце концов, потому что светильник для тела есть око. Вот э, это твое восприятие окружающего мира, оно на тебя прежде всего влияет, и от того, как ты светишь в этом мире или не светишь, зависит, собственно говоря, кто ты есть и на какой ты стороне света и тьмы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.